Церемония прощания прошла сегодня. Проводить в последний путь Анатолия Панина пришли и его коллеги по работе, в том числе и глава города. Анатолий Николаевич Панин более 60 лет отдал строительной отрасли курорта. Он внес огромный вклад в развитие и архитектурный облик главного курорта страны. Под его руководством были построены и реконструированы знаковые объекты. Здания санаториев, жилые дома в разных районах, а также школы и больницы. Я не побоюсь, наверное, высоких слов. Хочу сказать, что вместе с Анатолием Николаевичем уходит целая эпоха наших советских строителей, которые помнят еще, как строить микрорайоны, города. Для Сочи сделал этот человек очень много. Почти 70% строительства, которые возведены в последние десятилетия, 20-летия, это его руками сделано. Поэтому мы очень сожалеем. Для нас это строитель, большая утрата. Он наш лидер был, наш учитель. К сожалению, ушел. Мы все об этом сожалеем. В последние годы Панин был активным членом общественной палаты города Сочи. Одним из его последних проектов стало строительство на улице Виноградной храма святого равноапостольного князя Владимира. Там сегодня и состоялась церемония прощания с почетным гражданином города Сочи. Анатолию Панину было 86 лет.